Физкульт-привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Подписчица Татьяна Москалева спрашивает. Егор, мой рост 169 сантиметров, вес 53 килограмма. Сколько должен быть вес на штанге для того, чтобы росла масса? Несмотря на то, что у меня уже очень много статей и видео о том, как грамотно и правильно подобрать рабочий вес, количество повторений, я все же расскажу вам о том, как в очередной раз и какой должен быть вес на штанге. Каким должен быть вес на штанге? Вопрос очень хороший, но неправильный. Я не зря во всех своих рекомендациях тренировочных программах даю конкретно указание количества повторений. К примеру, диапазон повторений от 8 до 12 повторений. Это очень важный момент. Как можно дать человеку конкретно указание, сколько у него должна весить штанга или гантель, или вес в тренажере? Ведь все мы люди разные, и неважно, насколько вы тяжелые, насколько вы толстые или худые, насколько большой у вас или маленький рост. Ведь самое главное, нагрузка всегда должна быть адекватной и на начальном этапе тренинга, и в более продвинутом, и когда вы выходите уже на реально продвинутый уровень. Для чего дается диапазон повторений? Как раз таки для того, чтобы вы подбирали вес в этот диапазон повторений. Вес на штанге, при котором вы сможете сделать не меньше 8 повторений и не больше 12, если говорить о примере, который я привел ниже, от 8 до 12 повторений. Это очень и очень важно. И повторения должны быть качественными при идеальной технике. Поэтому никогда не смотрите, кто с какими весами работает. Если инструктор, не зная вас, дает вам какие-то рекомендации, с какой штангой необходимо работать для того, чтобы наращивать массу или пережигать жиры, а мы все с вами грамотные люди знаем, что тренироваться всегда нужно примерно одинаково, а набираем мы или худеем, зависит, правильно, уже от нашего с вами питания. Также мы знаем, что тренировка выносливости – это не тренировка сердца, а тренировка мышц на определенное количество митохондрий в наших мышечных волокнах. Это все нужно понимать. Друзья, перед тем, как задать вопрос, будьте добры, почитайте мои статьи на сайте hmgym.ru. Там есть все мои статьи, там есть собраны в одном месте все мои видеоролики. Специально для вас, абсолютно бесплатно. Вы можете найти вопрос абсолютно любой, точнее ответ на любой ваш вопрос. Потому что 99,9% вопросов, которые вы задаете мне, повторяются. И я уже не раз их озвучивал в видеороликах и в статьях. Надеюсь, вы будете грамотно тренироваться. И самое главное, начать правильно, начать с базы, с построения силового фундамента. На 2 года у меня расписаны тренировки совершенно бесплатно. Не забывайте, что у меня есть группа, закрытая платная группа, где я даю на каждую новую неделю новую программу тренинга, как раз таки рассчитанную на периодизационный цикл, основанный на различных типах мышечных волокон. В группе даны тренировки как для девушек, так и для парней. Поэтому, если вы пара, вступайте смело и сэкономите, убьете 2 зайцев. Будете получать грамотные тренировки. Но, повторяю, все это можно найти абсолютно бесплатно, изучить в моих статьях, видеороликах. Если у вас нет времени или желания, вступайте в группу и будете заниматься вместе с нами. А нас в группе уже 121 человек. И все приходят новые и новые заявки. Так что группа будет расти, будет улучшаться. И все мы вместе будем улучшаться. Не забывайте задавать вопросы в комментариях или пожелания, о чем бы вы хотели, чтобы я снял видео. Так что, друзья, увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Будьте здоровы! Кто живет в России, рекомендую к употреблению шикарные батончики от российского производителя. Разнообразие вкусов и результат вам гарантирован.
Подписывайтесь на канал моего друга, который тренирует своего сына. И вы узнаете, как грамотно развивать своего ребенка психически, физически, с самого раннего возраста.